В Государственном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева завершается ретроспективная выставка произведений народного художника Казахской ССР, лауреата Государственной премии имени Валиханова, кандидата искусствоведения Нагимбека Нурмухамедова. Для творчества Нагимбека Нурмухамедова характерно широкое тематическое разнообразие. Он запечатлел не только родной Казахстан, но и Крым, Прибалтику, Подмосковье. Он создал впечатляющие полотна о людях Индии, Японии, Франции, Бразилии. И вот наряду с тематическим разнообразием, органически связанные и жанровое разнообразие. Он с большим интересом писал и исторические полотна, и картины, отражающие современную действительность. Он создал многочисленные портреты и пейзажи.